В прошлом году ты сыграл оба матча против Слуцка. В одном мы одержали победу, в первом мы, к сожалению, уступили. Какими вообще помнишь все игры? Сейчас вспомнить, подождите, чуть-чуть тяжело вспомнить, но знаю, что непростой этот соперник. Но дома, конечно, у них тяжелее играть. Там, помню, в прошлом году еще погода такая была, но как сейчас, очень жарко. Так что непростой матч был, там 2-1, по-моему, выиграли, так что непростой соперник. Играем два матча против Слуцка подряд. Мы играем сначала чемпионат Беларуси, потом мы сыграем кубок. Оба матча мы играем на выезде. Насколько вот непросто играть с одним соперником дважды вот подряд, тем более еще и не дома? Ну да, конечно, тяжело, когда ты встречаешься с одним соперником подряд два раза. Если ты сыграешь первую игру, но им легче чуть-чуть разобраться на вторую игру, потому что ты подряд играешь с ними. Так что непросто будет. Конечно, мы находимся на третьем месте, они сзади больше. Так что, ну, я надеюсь, что обыграем обе встречи. Какие вообще помнишь сильные стороны у соперника? По-моему, да, они держат и мяч побольше, но, как сказать, и, ну, наверное, контратаки тоже играют. У них быстрый есть нападающий, но то, что я видел, есть этот Альфред нападающий, который быстрый, так что есть и сильные стороны у них. Настроение вообще боевое у команды, как подготовка? Ну, подготовка, как и каждому другому сопернику, так что мы готовимся одинаково к любому сопернику. Как настроение, как атмосфера в команде? Как настроение подготовка? Нормально. Настроение нормально, ну, вы видите уже. Все, ну, есть смайл, знаете, у всех. Ну, настроение топ. В первом матче, в матче первого круга со Слуцком, именно ты принес нам победу, забил гол. Каким помнишь вот соперника по этому сезону? Непростой матч был, потому что они хорошо держали мяч, а мы намного оборонялись. Поэтому, ну, мы просто выиграли 1-0. Это мало 1-0, конечно. Но я думал, следующая игра будет лучше, я думаю. Потому что сейчас мы получше играем. И, ну, посмотрим, что будет, это футбол. Рассчитываешь в этом матче наконец реализовать гол последней игры? Очень ты стараешься, но немного не получается, по-моему. Ну, иногда так бывает. Это футбол тоже. Ну. Надеюсь, что следующая игра будет еще лучше. И, ну, гол будет. Как вообще чувствуешь вот именно свое состояние физическое и психологическое? Насколько вот готов вообще к играм сейчас, вот по твоему уровню? Я? Да. Ну, топ. Как видишь.